Ну что, всем привет. Продолжаем Сталкач, Аномали, плюс Экспедиция 2.2.1. Ссылка на скачивание в описании, плюс видеоинструкция тоже будет в описании. Всем приятного просмотра. Сейчас мы тут находимся в рыжем лесу. Вот. И у нас там квест. Причем, кстати, сразу двух персонажей завалить там нехорошего человека. Он сразу съебывать. Так. Подожди-ка, давай-ка я еще музыку потише сделаю, да? Уже на меня никакой мутант сейчас не выскочит, нет? Ну, короче, идем. Чё там звуки, блядь? Там бюрер. Ах ты ж, нехороший ты человек. Отдай оружие, блядь. Чем мне с тобой воевать? Ты ж не разломал мое оружие, нет? Вроде не разломал. Ну, костюм мне, блядь, попортил. Наркоман хренов. С косяком там ходит. А, давай лутаться, я не знаю, в смысле, чиниться. 90. Ух ты ж! Химера, серьезно, блин. Ой-ой-ой. Я тут стрял, походу. Хорошее начало серии, да? Так, давай опять музыку поменьше сделаю. Что, здесь такой хороший автобус находится? Так, ну и где этот бюрер? Как бы мне тут так пройти, чтобы не отгрести. Я, короче, я не знаю, я поселился в этом автобусе. Ладно. Не дадут мне тут поселиться. Слушай, а я смогу просто пробежать, блин? Все, валим, 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 валим. Блять, он меня бросает какими-то какашками. Короче, ну его нафиг. Давай quick save. Еще откатимся. Сейчас главное какую-нибудь химеру не нарваться тут. Мама. А тут у нас правосиси летают. Аномальные. Я тут специально встал, чтобы это спины не выгребсти.
там, надеюсь, все нормально видно. Все, так, срезал скота. Так, опять, по-моему, музыка на всю играет. Не, нормально. Все, давай-ка дальше. А с кем там, блядь, война? Так, ну я правильно иду. И моя цель там вот чуть-чуть дальше. Вы кто? Ты кто? Ты свой, блядь? Ты ж монолит? Ты монолит. Ты, блядь, кто? Я понять не могу. Вы мужики, блядь, кто? Вы чьих будете? Нет, это сталкера. Ну, этого я завалил. Завалил честно. Взрывчатка. Это вот что-то интересное. Где, где, где? Ну там моя цель, блин, тупо. Если они там сами сейчас ее завалят, то будет неплохо. Давай это я сюда перекину. А ты надеюсь, ты не можешь? Не можешь. Гранатки делают тоже полезное. Так, а моя цель не засчиталась, да? Они его сами ликвидировали. Грязная работа, да. Ой, блин, от этого вообще перед далеко. А, так, приказано уничтожить. Защита интересов. Сидорович. Ну, короче, просто лутаемся. Сейчас там за меня его убили. Нет, свободный вообще. Давай, все, на продажу сейчас пойду, отнесу там этому леснику. Ну все, вроде больше у них ничего интересного прям нету. Лесник. Смотри, постоянно война у них там идет. Перегруз, конечно, я делал такое. Так, а я хотел же костюм подлатать, да? У меня он сколько? 93%. Тюбик клея. 90%, который... И что? Так, 95. Мне какой-нибудь... Простой швейный набор. Нет. Давай нашивку у кого? Военных. И пушку почистить. Тоже с нашивкой военных. Так, ну давай еще. Теперь калашников почищу. Так, 95, а вот так 100%. Ну давай уже пряжку, говорится, использую. Патроны испорченные там. Здорово, лесник. Здорово, жив. Привет. Прикупить чего? Доброго пути, сынок. Ну да, патроны тебе ненужные отдам. Вот это забирай. Так, ну и все получается. Что это такое? Насадка ПБС для Маузер 48. 98. Так, подожди, мне вот это вот надо, фигня. Ага. Надо еще спрашивать, у него разрешение, чтобы воспользоваться инструментами, да? Случайным гостем забрел ко мне.
Так, что у тебя тут? А у меня все равно перегруз, да? У меня все равно, мать его, перегруз. А чё мне так тяжело весит? Патроны, что ли, эти? Нафиг. 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 Так, а ты не можешь ставить эту пластину себе, не? Может. А чё пусть бавится, а? Что мне не сильно-то и нужно? Ну, похаваю немного. А мне все нужно, у меня тут еды немного. Ну, патроны может, конечно же. Ну, вот так хотя бы. Не, что-то я, наверное, слишком за дофига стволов, может, тягаю. Так, ладно, мне надо до второй цели добраться. Как-то можно отсюда? А, па-па-па-пам. Заброшенный госпиталь. В рыжий лес. Мертвый город. Тебе там вообще как попасть? Лиманск? Ты в Лиманске находишься или что это за локация? Из заброшенного госпиталя. В Лиманске. Ну, в Лиманске получается. Или нет? Ну, как-то тут немного странная локация расположена. Да ладно. Мне только что дождаться, что пока он там не будет. Но нужно мне локация. Ладно, как пойдем, короче, отсюда. На месте склады. На радар. Рыжий лес. Ладно, погнали отсюда. Мне тут делать, наверное, больше и нечего. Мне еще прям на кордон перейти там, короче. Слушай, а у вас тут проводников нету никаких? То что-то мне бежать прям не особо хочется. Реально, слышите? Спроси у старшего. А, по-по-по-пам. Рассказывай давай. А где тут проводников найти можно? Ну реально так. Ну, проводников тут, конечно, навряд ли я найду. Прям нужных мне. Ладно, короче, как шли, так и придем сейчас, да? Давай quick save. Тут аномалии полно, блин. Мутанты тоже могут быть опасные. Типа химер. Нарываться на них вот как-то вообще не хочется. Кровососа где-то я тут видел вроде. Я ж правильно иду, да? Я надеюсь.
Ну, вроде правильно. Так, а тут сейчас опять вот Лен сидит, да? Че, может опять его там как-то вдоль забора? Просто начну стреляться с ним, блядь, прибежит химера, блин. Ну, мне так кажется. Люк-то может не особо-то и страшно, но вот химера, блин, страшно уже. Мне с ней реально только из автобуса воевать. Так, ну чё, вроде почти выбрались. Опасно тут сейвы делать. Чё-то, кстати, я смотрю, время тут не спешит. Я ж вроде там отсыпался на базе свободы. И тут, по идее, типа час там оставалось до рассвета. Я какой-то прям ночной рейд не особо хотел идти. Типа взял с запасом, типа там, чтобы с самого утра типа пойти. Почему типа оно все еще темно, я вот не понимаю. Так, ну чё, в бар пока сдать задание. Мертвым город мне делать нечего. Ну да, просто в бар двигаю пока что. И давай музыку потише делаю тоже. Что-то сталкера отсюда поуходили. Надо пойти посмотреть, с кем они там зарубаются. О, тут кто-то ходит. Но проблема в том, что иногда непонятно, кто перед тобой. У них плюс-минус у всех костюмы одинаковые, понимаете? Да, типа такой, ох, монолит или кто-то там еще, блин. А ты понять не можешь, это перед тобой сталкер, долго весь там или что. И смотришь, чтобы там не привались. А с кем война, пацаны? С мутантами? Или там свобода с долгом уже воюют. Это братва вообще. Это братва. Это братки. Это братки. Это братки, блядь. Ух ты. Там, блядь, сталкер идет, блин. Вот ты, блядь, кто? А свободные же они с братками не воюют, да? Ну да, не, подожди, это вообще наемники. А свобода что, с наемниками нормально, типа? Почему-то какой-то, блядь, бедный наемник, блин, что-то у него ни хрена нету, этого наемника.
Все, этот мусор остальное можешь себе оставить. Так, ты нормальный пацан? Где друзья одного, блин, жмыха подстрелил? Вот он. Наемник. Прячь волыну, блядь. Ну просто прячешь. На, блядь, прячь волыну, блядь. Ходят там нахуй. Нехорошие люди. Говорит мне такой. Прячь волыну, блядь, сталкер. Ну, короче, поближе к бетеру этому. Тут еще какое-то тело валяется. Там валяется тело. Давай-ка тут сейванусь. Воды, 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 воды. И музыку давай потише. Сейчас, короче, нету этого. Мха тут. Непонятно, блин. Ох ты ж. А тебя, по-моему, я обутывал, да? Ну, это у тебя такой же Калашников, да? 94. У меня соточка. Отсоединить прицел. Так, вот это вот я заберу, да? Я хочу у него этот лазер, короче. Он не отсоединяется у него, походу. Жмыха тут нету, блин, больше. Наемника. Ну, вроде нету. Либо мы с ним разминулись уже. Хотя он там кто-то, блин, фонариком светит. Ну, кто там уже, мы уже не узнаем. Чего сейчас доковылять до бара, короче, надо. Ой. О, тихо, тихо, тихо. Прям в аномалию чуть меня не заспавнило. А тут РПКшку можно взять. И давай опять музычку потише сделаю. Так, а мне кому там задание сдавать? Сидоровичу, да? Ну да, Сидоровичу. Ой, какому Сидоровичу, блядь, бармену нахуй. Сидоровичу. Вот вечно их путаю, блин. У вас тоже такая шиза есть, да? Путать бармена и Сидоровича. Хотя, чтоб не спиздеть. Это задание мне, короче, Сидорович тоже выдавал на этого же дядьку. Да? Так что к Сидоровичу мне тоже. Он, короче, и бармену, и Сидору насолил. Он, короче, вообще никому не нравится. О, смотрю, что-то у вас там вообще темно, да, в картинке. Давай фаер возьму в руки. Чтоб немного вам подсветить, что ли. Ну, типа, спон там зачем-то же я его таскаю, да? У меня в случае чего подсветить есть фонарик там. Где он был? Где-то я его видел тут. Фонарик. Вот он, фонарик. Потому что насчет освещения можно в случае чего не переживать. Как тогда, помните, когда выброс был? Ебать, что мне с костюмом 5 произошло? 92%. Ну это при 70% я тратить пока не хочу. А вот этот вот. 85. А у меня сколько?
92. Жалко, блин. Надо к технику идти, у него покупать какой-нибудь там дешманский тлей. А что нам мешает, как говорится, да? Мешает нам ровным счетом ничего. Фух. Все, давай, это прячь пока. Вроде освещено у нас. Фонариком техником. Здорово. Так. Слушай, у тебя есть чем броньку подлатать, самое дешевое? Вот это, наверное, да? 90%. На два использования. Давай, подойдет. А я тебе что? А я тебе ничего. Что это такое? Подвинутый швейный набор. 10 тысяч. Это при 65%. На. Такое себе. Ну чё, кого? Сталтерскую давай нашивку. Пользу для починки. Давай еще, блин, чё. Ну, на ренегатов нам только, наверное, могли бы чисто небовцы выдать квест, но... Ну, мы, наверное, не пойдем. Так, давай еще раз подсвечу себе тут. А, у меня уже выбран. Слушай, а я тут могу поспать у тебя, да? Вот, и что мне мучиться, а? Давай прям до утра. Вот, давай до часиков. Ну, вот так вот, так бально, я думаю, будет. Уже светло. Опять выброс был недавно. О, уже расцветает, уже что-то видно, да? Не, все еще ночь. Что-то непонятное. Тут со временем, а? Что, похавать, попить? Давай, похаваешь. Похавал, похавал. Давайте попей. Все, похавал, попил, заебись. Братва, пропустите, а? Спасибо. Проходи, не задерживайся. Да. Сейчас мне крестец дать тут только. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Тебе сюда нельзя. Да, в курсе, в курсе. Ну что? Давай, я выполнил задание. Рассказывай, с чем пришел. 9200. Ну, учитывая то, что я два раза, ну, для двух торговцев сделал это задание, то что, в принципе, я думаю, нормально будет. А, давайте части мутантов сдам эти. Беру, может, чуть перевес. Косяк держи. Покуришь потом. Так, еда, вода у меня есть. Еще бы хлеба какого-нибудь старого купить бы у тебя. Вот так вот. Да и люди. 47 кг. Слушай, а давай, знаешь что? Реально разгрузимся. Реально разгрузимся. Вот так вот. Все. Мне хватит, блин, скара. Вот честно. Вот это вот ненужное я выложу. Канавки пока оставлю. Взрывчатку оставлю, пойду все равно на кордон там. Вот эти вот ненужные патроны оставлю. Батарейку одну может. Шорох там или движняк стрёмный. Вот так вот. Не колышет. Спокойно высаживаешь рожок по сектору обстрела. Лупи по кустам и деревьям. Рожок отстреляешь и падаешь за укрытие на спину. Контролер цепляет. Там сталкерские мудрости рассказывают. Давай, короче, сейчас еще скажу за боеприпасами. Идеально в сторону кордона двину.
Ну, еще загляну, может, к Агне, там тоже, может, на Олене что появится интересно. Давай. Патроны мои есть. Завоз был. А, так. Завоз вроде был. Так, ФМГ. ФМГ. Давай на все. То все-таки на военную базу иду, знаете. Все, патронов у меня вот точно вот хватит. Слушай, а у тебя там нету корсетов, да? На переносимый вес. Так, о, медицина мне прям вообще достаточно тут. Слушай, а я этот подобью, блин, БТР. Со своим там веществом там взрывчатым. Описание техники в утиле. Короче, давайте в сторону болота тогда еще двину. Через агропром. Да-да. Ну, это, наверное, на следующую серию уже, да? Вот. Так что нам будет чем заняться. Тут пробежечка такая в сторону начальных локаций. Вот. Ну, а вам всем спасибо, что смотрели. Ребят, надеюсь, лайк поставите, прожмете, подпишитесь на канал. Вот. Ссылочка на мод в описании. Вот. Все. Всем пока.